Всем привет, ребята, меня зовут Руслана, и мы завтра едем на выставку в Москву, на выставку Евразия. Думаю, многие знают такую выставку, кто не знает, это такая выставка интернациональная, люди приезжают из других стран, это выставка собак, на которой могут быть около 20 тысяч собак участвовать там. Вот, и сейчас я вам покажу все, что я беру с собой. Давайте мы начнем с того, что мне пришло с Озона только что. С Озона мне пришло, вот, я заказывала игрушку в ринг Мише, такую маленькую. Вот, она пищит, вот такая вот, чтобы я его могла как-то подбадривать. И еще одну вот такую взяла на два ринга, потому что я буду участвовать в конкурсе Юна Хендлер. И еще Мишу выставлять на ринге. Это вот такая вот уточка. Дорогу я взяла. Возможно, Миша может не захотеть есть корм из-за стресса, может, я не знаю. Мало ли что будет. Я купила три вот такие вот ему консервы, у него есть. От фирмы Монж. Вот такие вот, с мясом, тут с рыбой. И вот здесь еще Цезарь покупала с говядиной, кроликом в соусе. И еще вот такую вот дома ему дать. Ну, именно когда мы там будем. С уткой. Вот такая вот консерва. Здесь все консервы очень хорошие, кроме Цезаря. Вот. Ну, я просто ее взяла, потому что она там давно, она в холодильнике лежала, и думаю, вот, надо бы взять. Следующая мне пришла, я заказала в Севастополе вот такую сумочку для лакмусов, мне на выставку. Вот. Вот такая вот. На магнитике. Серая. Это, ну, в ринг, чтобы я могла с ним быть, потому что у меня сумочки. Сумочка только одна, и я очень большая. И она никуда. Также важно, я возьму это пеленки, потому что там они будут нужны. Также будем останавливаться у друзей и в квартире, поэтому на всякий случай пеленки. Мало ли, это же Миша. Идем к лакомствам. Я взяла вот такие вот, тоже на Озоне заказывала. Вот такие лакомства, ассорти с уткой. Нарезанные уже, мне просто с ним неудобно, чтобы не нарезать. Потом взяла печень говядину. Она твердая, это я ему просто дам погрызть, чтобы он как-то спокойный был, не волновался. Также тут вот такие вот колбаски, их не видно, но там колбаски мягенькие, я их тоже нарежу. Такие, но они как влажные, как раз не сухие, удобно будет. Также у меня есть от фирмы Tidbit такие вяленые лакомства. Нарезка сердца баранины тоже буду, возможно, в ринг немножко нарежу, возьму. Еще взяла такие вот косточки, Delicia Choice, кольцевые косточки с уткой. Вот такие вот. Я ему дам тоже просто так погрызть, и Лёле оставлю потом, чтобы еще показать. Еще мне подруга подарила мнямс, вот такие колбаски, их тоже нарежу, в ринг возьму. Это в дорогу вот такой путь, это как бы игрушка от фирмы Tidbit. Это игрушка, а сверху идет мясо. И в дороге он будет ехать, чтобы он сначала погрыз мясо, а потом с игрушкой поигрался. Вот, чтобы ему скучно не было, потому что нам ехать около 10 часов на машине. Вот такая вот игрушка. Взяла такие вот лакомства от фирмы Organics. Вот, это мясо и снаружи, не знаю, что это. Валетики из курицы и рыбы, наверное. Сейчас смотрим. Конечно, состав не такой хороший, как, например, вот таких вот лакомств. Вот, у них получше, но все равно. Сейчас. Куриное филе, глицерин, мясо рыбы, кукурузный крахмал, вода. Вот. Так, и еще я купила, вот, заказала с Озона также расческу, только что мне пришла. Вот такая вот гребень. Я хочу уже Мишу им порасчесывать, потому что им очень удобно. У меня обычно все с ручкой и маленький, и неудобно расчесывать Мишу. Так, вот. Ух, блин. Короче, вот такая коробочка есть. На конкурсе на одну выиграла. Я взяла шоколадку для собак. Блин, открывайся. Надо же быть так вело, наконец-таки. Тут у меня были шоколадки собачьи. Вот такие вот. Тоже время возьму, потому что Миша может не реагировать на вот такие вкусняшки, например, в ринге. То он вредный. Я беру родословную Мишину. Вот она. Беру ветпаспорт, ветеринарное свидетельство, которое мы получили. Ездили это как справка. Беру всякие в дорогу вкусняшки для себя. Сейчас открою, покажу вам. Ого, тебе открывайся пакет.
в общем, пикник, их две штуки. Потом степ, их тоже две штуки. Потом две шоколадки. Мелкая вот такая и мелкая вот такая. Мармеладки Харибо и мармеладки Бон-Пари. Конечно же, я буду все снимать, как мы будем ехать, как мы приедем. Это первое видео. А второе видео будет, как мы уже будем на этой выставке, как я буду выставлять Мишу и сама выступать на юном хендлере. Вот. Буду фотографировать, беру разные зарядки для фотоаппарата и для камеры. Но это показывать не буду. Также беру жингловку, она просто лежит у меня на улице. И поэтому я вам показать ее не смогу. Вот. Еще беру поводок, удавку и пледы разные. И также себе вещи. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то поставь палец вверх и подпишись на мой канал. И всем пока-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 пока